4 июля вступили в силу поправки к Конституции Российской Федерации. Подводя итоги общероссийского голосования, эксперты отмечают высокую явку и большой процент проголосовавших за них. Предстоит очень большая работа не только депутатам Государственной Думы, но и депутатам законодательных собраний, депутатам законодательных собраний Нижегородской области. Потому что Конституция – это основа, это, если хотите, законодательная рамка. Но на этой основе надо внести изменения в очень большое количество законов. Сейчас в списке, который составлен в Государственной Думе, на изменения 100 законов. Но я думаю, учитывая опыт нашей парламентской деятельности, что, скорее всего, этих поправок окажется гораздо больше. И процесс уже пошел. Первая поправка на днях была разослана в субъекты федерации и в государственные органы. Эта поправка касается внесения изменений в закон об экстремистской деятельности, который признает экстремистской деятельностью покушение на территориальную целостность нашей страны. И ясно, что будет большой блок поправок, связанный с безопасностью. Будет очень большой блок поправок, связанный с созданием единой системы публичной власти. Россия становится крепко на ноги. Россия законодательно, с точки зрения соединения своей истории, своих духовных ценностей, возвращается домой. В Нижегородской области «за» высказались почти 80% жителей. Юлия Гаврикова, «Время новостей».